Конечно, для каждой девочки папа – это самый лучший мужчина в жизни, самый главный, наверное. Он самый надежный, самый заботливый, самый внимательный, самый любящий. Он всегда рядом. В детстве, да, я часто обращалась к папе за помощью. И до сих пор обращаюсь, и неважно, это может быть и мелочь какая-то, а может быть, что-то серьезное, совет какой-то серьезный. Были симптомы, которые мы не замечали. Повышенная утомляемость, и сердцебиение иногда, и одышка, и головокружение бывали. Пока диагноз был не поставлен, самым главным таким чувством было чувство тревоги за папу, потому что было непонятно, что делать дальше и как быть вообще. И очень хотелось папе каким-то образом помочь. Если бы мы раньше знали, что и утомляемость, и вот это сердцебиение, одышка, что это не просто возраст. «25 февраля утром произошло ДТП, при котором автомобиль Toyota вылетел к фонтану в Струковском парке. Стала известна причина аварии, о ней рассказала пассажирка той самой машины. Второго автомобиля в аварии не было. Виктория направлялась на автомобиле с отцом на работу. За рулем был как раз ее отец. На пересечении улиц Красноармейской и Фрунзе у водителя начался сердечный приступ. Он потерял сознание. В момент приступа нога у отца была на педали газа. Единственное, что смогла сделать в данной ситуации девушка – вырулить на тротуар. В результате маневра машина проехала в арку Струковского сада и врезалась в фонтан, после отскочила в сторону. В машине от столкновения сработали подушки безопасности, и водитель с пассажиром остались целы. Мы сразу обратились за помощью к кардиологам, конечно, и папа получил необходимое лечение, потом еще прошел курс восстановления в санатории. Мы, конечно, стараемся за папиным здоровьем пристально следить. Конечно, хочется, чтобы папа был рядом, чтобы папа просто был рядом.